Всем привет! И вы на Мукбанг канале Света и Дарины. И сегодня у нас Италия. Как видите, у нас две огромные, ну как огромные? Ну, Не я бы не средние. сказала, средненькие пиццы, но они такие вкусные, потому что это домашняя пицца. Мы вот только что приготовили, и значит, у нас пепперони пицца с колбасками, а это пицца с ветчиной и куриным филе. И пить мы будем сок апельсиновый сегодня. Откроем. На, Погоди, ты стой. сама будешь открывать? Сейчас, погоди. Ай, блин, давай ты откроешь, я не могу, мне рука. А, молоко в прошлый раз, оно так классно открылось, что крышка О, была. оно практически не слышно было. Да, когда молоко я тогда открывалось, такой же крышка, такой классный звук был. Подожди, сейчас. А, наушники чего? Ну ладно. Ай, тяжело. Аккуратно. Все, хватит. Милка, У нас что сегодня это? помощница. Ты Сегодня куда? Милка, прямо желание у Милки А, потому что сниматься. сок Да, это. да, да. Кстати, о. А, почему-то не издает звука. У нас такие летние. Да, у меня прямо вообще классно. Давай сфоткаемся так еще А, с давай это на крошечкой. обложку Давай. лучше. Это лучше это. Итак, мы разрезаем Разрезаем пиццу. Пицца пиццу. разрезана. Я хочу попить сок. А, я уже попила, пока нарезала. Итак, ты с какой начнешь? Ой, мне прямо очень хочется его пробовать. Ну, которая вот ко мне ближе, то с той начну, а ты с этой, с пепперони. У нас тут соусы появились. Это сырный соус и кисло-сладкий соус. Кстати, это пицца с кисло-сладким соусом. Да, я увидела тут вон. И пить так захотелось это запиться. Домашняя пицца, хорошо, что можно все что угодно положить. Но мы обычно чаще всего делаем с колбасками. Пробуй. Кстати, тесто я сама делала. Я всегда, когда пиццу готовим, сама делаю тесто. Вкусняшка. Так, я снова буду с курицей и с ветчиной. И с этим соусом. Кстати, когда была самоизоляция, да, мы очень часто пиццу делали. Каждую неделю. 4 пиццы. За И вас. у нас не было, ну, у нас на Борисов была микроволновка, а тут, а почему, кстати, у нас? Мы ее не сделали, я уже Ну, не забыла. важно. Почему? Что-то она Нет, сломалась да. вроде бы, что-то такое. Господи, она там балдеет, у нее там релакс, комфорт настоящий. Сам с собой. Вот. И это мы, я не знаю, то ли выкинули, то ли что. Не помню, она, ну, у нас не было тут микроволновки. А мама делала 4 пиццы, мы их потом уложили в холодильник, чтобы... Ну, естественно, 4 пиццы, блин, за один раз не съешь.
Она их уже в холодильник, чтобы не испортились, но в холодильнике они были ледяные, но мы не могли в микроволновке согреть. И еще раз запекали. А потом сухари получались, я не могу это есть, потому что на второй раз это уже камень, а не пицца. Угу. Это да, нужно по чуть-чуть делать. Ну, мы за один раз, за несколько раз только съедали. Угу. Не надо так больше делать. Но очень много видов всяких готовила. Каждый раз разные вообще, с разными, даже с креветками. Ну, вообще. Я уже с утра побегала. У меня выходной, завтра и сегодня. Угу. Даринка отдыхает от тренировок? Не отдыхаю, у меня выходные просто. Угу. Кстати, они второй день уже дистанционно учатся. Сегодня у нас суббота. Угу. А понедельник тоже будет дистанционно, да? Да. То есть, получается, 3 дня дистанционно они учатся. А потом во вторник выходят. Не знаю, вот так вот сделали. В каждой школе по-разному, кстати. Она в гимназии учится, и у них вот так вот решили сделать. У нас и на гимназии только вожу, так что думаю, надо ничего делать. Остальные школы вроде бы учатся, ну, дистанционно. Не знаю, почему именно у вас так. Да, у нас час недели в школу идем, а остальную час недели я заметила так почему-то. Просто несколько дней дистанционно. Потому что они проучились, получается, понедельник, вторник, среда, четверг. И пятница, суббота, понедельник дистанционно. Почему? Не знаю, так вот решили сделать. И, кстати, у Дарины ВПР будет, да? За 5 класс. Она ведь закончила 5 класс, и как раз была эта самоизоляция. И вот сейчас за 5 класс они будут сдавать ВПР. По какому предмету? По математике, да? Это, кажется, это в сентябре только 3. У нас 5 должно быть. А должно быть 5. По русскому, по математике, я так поняла, по биологии вроде бы еще. По истории. Да. И еще какой-то один предмет, не знаю какой. Ой, пиццы потрясные. Домашние. По истории у нас то ли 16-го, то ли 18-го. Так что экзамены еще и предстоят. Новая футболка, чистая. Кстати, завтра планируем тирамису сделать. Тортик такой итальянский. Так, у нас итальянская неделя. Вот. И мукбанг снимем. Обалденная пицца. Ты видишь, какая водичка? Милка. Чего такая упрямая? Сама же вроде лезет своим носом. Тогда не суйся. Идет, идет потихоньку. К нам кто-то пришел. Кто пришел? Нет, не хочет. Да, странная, блин. Сама же хочет, а... Да-да-да. Когда на руки ее берешь, она почему-то убегает сразу. Нет, она, главное, сидит вокруг нас, все вертится, а не подходит. Она капризная, потому что. Угу. Характер такой у нее своеобразный. Кто увидит этот мукбанг, пишите, любите или нет домашнюю пиццу. Ну, вообще, делаете, нет? Кажется, не все делают. Очень вкусные. Подписывайтесь на наш канал. Увидите много интересного.